Тимур Кулиев, 19 лет. Родом я из Кировоградской области, Славутский район, селище міського типу Власівка. Как-то себе не позволял там молодежно сильно одеваться, потому что не то, не кто-то пошел, не. Нам так и не нравится. В селі так и не підійде. Як я не розумію, бабушка, не розумієш, ти я ж не дурна, я ж розумію, що там дірка. Да? Да. Возьму і спалю. Оце дрантя, я його спалю, не дам я тобі його. Я говорю, бабушка, знаєш, скільки дрантя стоїть? Я на це дрантя півгода збирав. І це... Ні, ну, бабушка у мене молодіжа така сучасна, і мама у мене сучасна. Ну, все одно, стара закалка дає о собі знати. Як він ще навіть був маленький, воно таке було крикливе, що це не дай Бог. Кричить, ото кричить, 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 страшне. А я йому почала співати. Сьодобойна квітне черемшина. І співаю йому ще дужче, він замовкає. Ой, хорошо. Бабушку я бажаю, ну я заради нее сюда, в принципі, і прийшов, тому що вона для мене дуже багато зробила, і я хочу її як-то відблагодарити. Сказати, бабушка, спасибо тобі огромне за все. Привет. Здрасте. Ну що? Что, готов. Ты готов? Да. Ну смотри, у тебя вообще назад худа нет. Или четыре да, или секир-башка. Хорошо. Хорошо. Давай. Все. И вам удачи. Цель у него только стать артистом и выступать на великой сцене. Оце в его одне. Больше в нього нічого немає. Щоб щось працювати, десь робити. Ні. Наш тіма, аби на сцені, як кажуть, крутився. А хто зустрічає? Антон, давай ти. Антон, ви я? Так, я давно не зустрічав. Здравствуйте. Привіт. Здрасте. Меня зовут Тим Диез. Вау. Ой, а даже ты сам себе выдумал псевдоним. Ну да. Тим Диез. Тим Диез. Новая тональность. Между до и си. Ничего нет. Есть Тим Диез. Да, класс. Замечательно. Черный. Это черный. Такая вот щелочка между клавишей. Вечер давно перестал быть скучным. Как вы звучите, Тим? Вот мне очень интересно узнать. Как я звучу? Да. Вы сейчас услышите. Надеюсь, что что-то услышите. Давай, пой свою песню. Спасибо. Тим Диез. Waking in a ravel, walking on the glass. Never save a trouble, well the time has passed. Beautiful the mirror, no there isn't me. Strange came nearer, who killed this pearl to be? You wouldn't know me alone today. Your business, act as if you're free. No, I couldn't witness what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you, I got you see to believe. From
a fading lie, I fly, rise like a phoenix. Он нормально поет, я вам скажу. Да. Threw me down, but I'm gonna fly. Can rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather in ages. Reach devotion, you invoke. What sounds respond? What sounds Молодец! Тим, ты знаешь, вот я тебе скажу, я себя словил на мысли. Мы как раз были в тот год на Евровидении, когда была Кончита Вюрст, и он вызывал смех. Вот сразу его появление вызывало смех, пока он не начал петь. То же самое я словил себе на мысли, когда вышли вы, Тим Диез, думаю, Господи, Тим Диез. И Васик Телесик, думаю, какой-то. И я думаю, сейчас это будет очень быстро и как-то кто следующий. И вы знаете, я вам поверил. Это было очень хорошо. Молодец. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Тимур. Однозначно, ваш псевдоним вам не соответствует. Вам нужно что-то более серьезное. Я полностью согласна здесь с Андреем. И вам веришь, у вас потрясающий голос, очень сильный и очень убедительный. Спасибо большое за выступление. Спасибо вам огромное. Спасибо. Если вы заметили, то в конце вашего выступления хлопали все члены жюри вам. Это бывает очень редко. Вот. Вы заставили нас поверить в вас, и я буду рад видеть вас в следующем этапе. Спасибо. Вот вы просто яркий пример того, как обманчиво может быть какое-то первое впечатление о человеке. Ваш псевдоним Тим Диез, он мгновенно настраивает на какой-то идиотский лад. И вдруг человек поет так, да? То есть вы очень одаренный человек. Просто блестящее выступление. Я крайне редко аплодирую вообще здесь. Только, пожалуйста, вот, у вас прекрасное имя и фамилия. Тимур Кулиев звучит великолепно, серьезно, музыкально. Верните себе собственное имя и гордитесь им, потому что вам есть чем гордиться. Спасибо вам огромное. Все? Ну, мы же еще не проголосовали. Мы сейчас будем голосовать, и тут может быть всякое. Да. Андрей. Тимур Кулиев. Никакой не Тим Диез. Я говорю тебе «да». Спасибо. Тимур, я думаю, что ты можешь нас еще удивлять. И говорю тебе «да». Спасибо. Ты как яркая вспышка, которая заставляет сказать «да». Спасибо. Тим Диез, я говорю тебе «нет». Тимур Кулиев, я говорю тебе «да». Спасибо огромное. Спасибо. Поздравляю вас. Поздравляю. Спасибо.
все. Поздравляю. Поздравляем, вы с нами. Спасибо. Прямо очень у него тембр такой. И поет он хорошо, здорово поет просто. Молодец. Я думал, скажешь, Тим Диез, я говорю тебе yes. Тоже можно было сказать. Кулиев Тимур, я говорю тебе мур-мур. Мур-мур. Вот еще одно счастливое лицо в нашу галерею.